Послы королевства Саудовской Аравии, Ирана, Туркменистана, а также представители общественных организаций провели мероприятие в парке Энтымак по случаю празднования Всемирного дня окружающей среды. Посол Саудовской Аравии отметил, что его страна стремится сократить причины, влияющие на изменение климата, и разделяет со странами мира растущие экологические проблемы. В 2021 году наша страна запустила инициативу «Зеленая Саудовская Аравия», которая считается амбициозной национальной программой, нацеленной на устранение последствий изменений климата. Мы планируем посадить более 10 миллиардов деревьев по всей Саудовской Аравии. Также хотим сократить выбросы углекислого газа к 2030 году на 278 миллионов тонн ежегодно. Сегодняшнее мероприятие – это тоже часть нашей инициативы, и мы благодарны нашим братьям за участие. На мероприятии приняли участие общественные организации и представители духовенства. В городском парке они совместно с дипломатами посадили кустарники и деревья в честь Всемирного дня окружающей среды. Согласно аяту из Священного Корана, верующие, посадившие любое растение, не только выращивают продукты для себя, своей семье и животных, но и способствуют поминанию Всевышнего. Помимо этого, посадка любого плодоносящего растения, особенно деревьев и других многолетних насаждений, считается своего рода милостыней, причем непрерывной. Так что подобные мероприятия только в пользу нашей стране. Проводимые в рамках нынешнего Всемирного дня окружающей среды мероприятия призваны поддержать скорейшее выполнение глобальных обязательств, которые включают защиту 30% суши и моря для сохранения природы и восстановление 30% деградировавших экосистем планеты. Страны обещали восстановить 1 миллиард гектаров земель к 2030 году. Эрмек Уренкеев, Мирлан Джанубеков, ЛТР Бишкек.